Спортсмены, педагоги, соцработники. Благодаря им самым уязвимым категориям населения становится жить немного проще. Во Дворце культуры «Родина» провели праздничный концерт для работников социальной сферы. Поздравил сотрудников и Дмитрий Волошин. Вручил благодарственные письма. Глава городского округа сообщил, что на Высшем совете Московской области Химки заняли 10-е место в рейтинге городов Подмосковья. Также муниципалитет получил премию за развитие социальной и экономической инфраструктуры. Но это не было бы возможно без работников общественных организаций. Я хочу вас всех в первую очередь поблагодарить за ту колоссальную работу, за тот титанический труд, который вы вкладываете в Химки каждый день. Вы тот наш социальный каркас, который опирается на 300 тысяч жителей, которые живут в нашем городе. От детей до пенсионеров, сегодня все они в том или ином образе связаны с вами. Порадовали химчан и праздничным концертом. Для гостей выступила популярная певица в жанре шансон Оксана Орлова.